Северная Корея прислала в Южную Корею высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия азиатских игр в Инчхоне. Ее возглавил заместитель председателя Государственного комитета обороны Хван Пын Со. Некоторые аналитики рассматривают это как намерение КНДР улучшить двусторонние отношения. В Инчхоне состоялись переговоры гостей из КНДР с министром объединения Рю Гиль Дже и советником президента Республики Корея по национальной безопасности Ким Гван Джином. В Сеуле особо отмечают то обстоятельство, что никто из членов делегации КНДР не имеет прямого отношения к спорту, пишет Тартас. Не исключено, что делегация привезла послание от руководителя КНДР Ким Чен Ына.